День, как вас зовут? Нина. А вас? Яна. Дорогие друзья, мы приехали в семью, где девушка, девушки двое детей. Вот самый маленький недавно родился в этом году, да? Сколько ему? 5 месяцев. 5 месяцев, да? У мужчины, к сожалению, недавно умер муж. И это поселок Ясное. Он до перемирия очень жестоко обстрелялся. А скажите, в ваш дом были попадания? Нет. А рядом? Рядом нет. А? Нет. Ну, все равно обстрелялся. Сколько мы видим вокруг разрушенных домов, очень да. много. Так. Стреляют, да? Да. Сейчас тихо пока. Друзья, огромное вам спасибо за то, что вы помогаете вот людям, нуждающимся в нас. Потому что здесь буквально отсюда метров 700-800 уже проходит линия фронта. Спасибо огромное, низкий поклон.